Чемпионату мира в ЮАР по футболу дан музыкальный старт, грандиозный концерт и тысячи фанатов со всего мира. Звезды мировой и южноафриканской эстрады собрали на стадионе в Орландо в Йоханнесбурге более 40 тысяч зрителей. На трибунах звезды политики, искусства, футбольный бомон. Я был на параде Бафана-Бафана и видел белых и черных мужчин и женщин. Они все танцевали вместе, это было очень красиво, невозможно передать чувства. Здесь удивительно весело, не знаю, как передать словами. Те, кого здесь нет, может и не поймут, я не знаю, что вам сказать. Концерт начался с выступления известного южноафриканского трубача Хью Месекела. После этого президент ФИФА Зепп Блаттер и президент Южной Африки Джейкоб Зума обратились к болельщикам. Зума выразил благодарность ФИФА за решение впервые провести чемпионат на африканском континенте. Black Eyed Peas порадовали зрителей и болельщиков коктейлем из своих самых известных хитов. На концерте также выступали Алишия Кис, исполнитель неосоула Джон Ледженд и многие другие популярные музыканты и музыкальные коллективы. В стадионе в Орландо прозвучал официальный гимн Кубка мира по футболу FIFA 2010. Автор-исполнитель – сомалийско-канадский рэпер Кейнан. Завершила концерт всемирно известная колумбийская певица Шакира вместе с оркестром из ЮАР.